Готов, да? Представьтесь, пожалуйста, расскажите, сколько вам лет? Я Литвиненко Людмила, 70 лет. Мы долго сомневались, но решили, что нужно все-таки вакцинироваться, потому что жизнь дороже. А почему сомневались и почему все-таки решились, что были какие-то события? Потому что люди разные говорят. Кто что говорит, у кого какие-то побочные явления, у кого что. Ну, а я хроническая больная и, не знаю, тоже сомневалась, а сейчас решили. Сегодня вы какой вакциной прививаетесь? Или вам без разницы? Нет, какой? Мы только коронаваком. А почему только коронаваком? А решили так. Вот сегодня в церкви проходит, да? Раньше этого не было, вакцинация здесь. Работали и работают у нас центры вакцинации, в амбулаториях можно сделать. Почему именно сюда решили прийти? А потому что я верующий человек и прихожу в церковь, и у меня... Этот сын священник, и в общем так вот.